А вот еще один велосипед. Это второй велосипед, который есть уже у хозяева. Это Бергамонт. Он идет с планетарной втулкой на 7 скоростей Шимана. Ну, поэтому он тоже не новый, но, в принципе, все переключается хорошо. Едет довольно-таки бодренько. Я сегодня подкачал колеса. Нашел там тоже такой насос классный, маленький, но так качает классно, очень быстро. Вот такой велик классный. Тоже, понятно, алюминиевый. Довольно-таки легенький, легче, чем тот, кстати. Ну и, кстати, он комфортнее. Я вот тут поднял седло, правое седло немножко задрано вот именно вверх, но это надо регулировать. Ну, в принципе, вообще кататься классно. Вот тут места такие красивые. Вот там елочки. Симпатичное место. Ой! Упал. Извиняюсь. Ай-яй. Он-то крепкий, с ним все в порядке. Видно? Из-за того, что ветер сильный. Вот он и упал. Надо держать, конечно. Я извиняюсь, хозяин. Пожалуйста, прости меня. Но все будет в порядке. На самом деле, велосипед он крепкий. И колоночка упала. Вот такой вот велик. Бергамонт. Германия.